Всем привет, с вами Каспан, и сегодня я играю в игру Бон-Бон. Этой игры в торрентах нету. Я ее покупал. Стоит она в стиме что-то под соточку. Может, чуть поменьше. Ну стоп. Бон-Бон. Погнали. Это Ужастик. Кстати, у игры русского языка нету. Будем довольствоваться моим идеальным переводом. Так, мышкой. Брать предметы, да, я так понимаю. Плей, взять собаку. Ага. Ага, идти. Хеллоу, собака. Ага. Хеллоу, бабледок. Как это крипово, бля. Ну и брось его. Ух ты, как он покатился. Ну, поехали. Наконец-то. Так, все. Мы вот пришли. Что это такое? Как у зутки. Хеллоу, бойс-хоппер. Иди катайся дальше. Ну, тут можно... Ага, меня мама зовет домой. Ой, это кто? Ебать, зурдей, это кто? Я тебя не знаю, вали нахуй отсюда. А, и что такое было сейчас? А тебе боком-то? Да, это как... Чё, в смысле? Не понимаю, это касцена сейчас была или нет? Ебать, крипово как. Какая-то криповизна, бля. 13-го лопаточка. Ну это он это говорит, это не я. Да это, блядь, реально крипово, как он только повернул на него. Повернулся на меня и посмотрел так. Убрать типа игрушки? А, и куда я их уберу? Мистер Лимон. Ага, нужно три мяча закинуть, понятно. Как он медленно идет, это пиздец. Или найти три мяча. Так, ну один есть, вот второй. Здорово. Странное существо. Здорово тебе. Здорово, мистер Пупплс. Пупплс. Ну все, все, иди давай. Да блин, мне, ну, мне то ноза, нахуй хуя ты его бросил. Нет, ну куда ты покатился? Стой, мистер Пупплс. Ты мой. Да сука, стой. Стой. Мистер Пупплс, блин. Да все, все, все. Да эта криповизна меня пугает. Стой. Мистер Пупплс, блин. Чё я с тобой идти не могу, я не понимаю. Только не вне... Ага, заебись. Ебись, вон та херня считается замять. Нет, цветок. Завял. А как это игрушка? Но это не мяч. Нужно еще один мячик найти. Вот он, наверное, но он за месть не считается. Может, за деревом? Да, вот он. Бля, слишком далеко не кинет. Стой! Стой! Да, сука, не докидываю.
Во, заебись. Давай. Блять, не попадает. Еще я бегать не могу. Может, в этой игре это и не нужно? Да спортируется как типа узастик. Вот, заебись, теперь можно мне войти? Ну все, я положила 3. Да хорре. А, все игрушки надо занести? Так бы и сказала. Ох ты, мать твоя, женщина. Мать вашу. Ебануться ты криповый, чел. На заставочку сойдешь. Стой, мяч! Я не хочу к нему возвращаться, он страшный. Ну, спасибо за мячик. Сама бы я его никогда не нашла. Он был, видимо, за оградой, но мой верный друг его нашел. Мой лучший, выбрызаемый друг. Так. Ну, четвертый. Ей, занесла тебе 3 мяча. О, заебись. Блин, ну касцена сделана очень лениво. Можно игру смотреть, а можно нет. Может, с коробки сложить? Давайте сложим в коробочку все. Чё? А все-таки реально надо сложить игрушки в коробку. Или обратно надо только сложить. Я чё-то хера знает. Какие тут задания не очень интересные. Да, именно у обрати. Вай, бляха, ну и напугала меня эта херота. Что это такое? Продается, что-то там домашнее животное. Огромная крыса. Он вообще-то воображаемый мой друг, бля. Откуда вы его взяли? Или они на меня говорят, что... Они видели огромную крысу, которая типа на эту что-то сделала. Хера знает, я не поняла нифига, что там написано. Че, я пускаю все низ за низа-то? Ебать, а че, лилипут какой-то? Ой, бляха. Ну, криповую сторону я взяла. А, и вот, нет, это не обруч. Это с фигуреттой. Ой, как ты, да ты чё, ты с игрушкой идти не можешь? Я могу, а ты не можешь. Чё за бред? Игрушка робота, он еще типа живой. Прикольно. Вот отправляй сюда, живой робот. Нападёшь на меня еще. О, последний обруч. Блин. Давайте офигенным обруском футболиста. Блять, ну ты, Феси, кидать не умеешь. Вот другое дело. Что, все? Ага, нужно найти одного монстра. Одного монстра? Какого вообще нахер монстра? Ну, игрушка, наверное. А, может, вот этого типа монстра? Типа блок монстра, типа. Ой, мамочка. Все, дай. Вообще само начало их кидало. Так, ну занести что-то там 2 игрушки в коробку. А, его Бон-Бон зовут. А, и вот и это тут и название игры. А, вот именно монстр, да? Не, это Флюпхо какой-то. Не попало. Ну-ка, вот это монстр. Это маус какая-то. Собака это явно не монстр.
Может, вот это сложить? Не, ну я хера знает. Может, вот это типа взять? Может, вот это херату? Да, вот. Надо бы вот этих тюбриков найти. Я тупо собираю все свои игрушки. В смысле, что происходит? О! Большое спасибо за игрушку, Бон-Бон. Красава! Всем ответ, я не люблю тебя. 1, 2, 3. Подло свете. Разгла. Now, a big birthday slice for you and, типа сегодня тебе исполнилось, но её прерывали. Могли бы и касса, ну сделал бы здесь. Назад я на меня и я вернусь через минуту. Она сказала через минуту. Фурни ТВ Мэвэник. Бон-Бон. Алло, Бон-Бон, ты охуел? Сидеть рядом со мной. Ну ладно. Может есть? Ты что, есть не хочешь? Р. А может тебе его отдать, а? Бон-Бон, будешь? Да. Видимо, у меня аллергия на этой. Я не хочу их есть. Если бы я хотел их съесть, я бы съел давным-давно бы. Ну а теперь-то я могу съесть? Я не ем почему-то торт. На, дерзи. Ес. Мой лучший друг. Знаешь, у меня никогда не было друзей. И в первую очередь у меня появился друг. Хоть подарок ты мне не дал, ну ладно, я тебя прощаю. Все-таки ты мой первый лучший друг. И надеюсь, мы подружимся. Кстати, эта игрушка была во ФНАФе. 4. Все. Да подожди, ты у меня очень медленно музыка поворачивается. А, нет, касцена. А, вот, наконец-то. Ну, хорошо, он затребует тортину. Дерзы. Проголодался. Нет, Бон-Бон. Ты так разрежь сейчас. А хер, а нет, беру. На, заебал. Успокойся, зертрес. Ты батю напоминаешь. Да какого хуй ты зрез мой торт? Это мне вообще-то? Дали, а не тебе. Наглый. Сырный, самовлюбленный. Крыс. Невоспитанная крыса. Нету. Облезет. Нету. Нету. Не дам. Это все мое. Я не дам тебе целое тортище. А хрен тебе на блюде, лысо. Остановись, Бон-Бон. Остановись, Бон-Бон, бля. Скажи нет, Бон-Бон. Хуй тебе, Бон-Бон. Не дам я тебе ничего, Бон-Бон. Может, на зоне теперь разрезать? Нет. Нет. Да стучи дальше, блядь. Ой, тебе нарыло, Бон-Бон. Ах ты наглый крыс, ах ты наглая крыса, а с кусочки сквозь стол падают. Ты что-нибудь оставил для меня? Я нет, этот крыс сожрал тут все.
А, отец пришел. Их типа познакомиться с ребенком. Будь твин. Пусти меня к нему, Хильда. Ага, Хильда, ты ему не мать. Что-то там. Я его люблю. Хант Гильда, что-то там. Специально лэйзи. Короче, он мол, если отец, она матиха для меня. Туда за типа вернуть его назад и бла-бла-бла. Что-то локет какая-то. Ой, я могу просто уйти отсюда. Ну ладно. Не могу, я просто на одном месте топчусь. Ты что-то брендинг какой-то. Я его настоящий отец. Следующий день, что-то там. Я буду спать. Он может умереть. Дети, что-то там. В подвале. Чё? Крыса. Он про крысу сказал. Я могу типа помочь этому ребенку. Детские дитята стоят. Верни мне его назад. Верни мне его Ангела обратно. Чего это могло взаимодействовать, кстати? О. Hello, Pop. Hello, Pop. Кто разговаривает? Я поняла, что это не настоящая мне семья. Я уже все поняла. Хватит мне эту, блядь, уже говорить и показывать. И все это уже поняла. Hello, отец. Ну, ну, что-то про крысу мне сказал, а это реально было, блядь, неожиданно, ё-моё. Слышу звуки. Не, они мне хотят, а он мне хочет стравить в эту какого, блин. Вот это у меня такое предположение, что он хочет меня в это, отправить в детский дом. Из того, что я вижу какую-то крысу. Он сейчас-то... Он сейчас это обсуждает, я так понимаю. Типа нет, Хильда. Я слышу маленького монстра крыса малыша. И ты, типа говоришь. Ну типа объясняй, так что я говорила про матери и про огромную крысу. Говорил, это нереально, Ханс. Ну большой бравый крыса, что-то там. Это секрет Ханса. Какие-то туннели. Наконец-то. Что-то происходит. Типа это все в моем воображении. Я придумал эту крысу. Да, тут ее на тело то, что я придумала эту крысу. Типа он мой образаемый друг, и он не настоящий. Или он настоящий, хер знает. Вот он сказал, типа, что. Вот это моя, это мой настоящий друг и настоящая крыса или нет, я хуй знает. А что делать-то? А, то есть он наверняка мне намекнул, что это не настоящий мой друг, то типа это какой-то монстр, который возможно похищал детей. Понятно, теперь все. Че он бьет торт без разрешения, зрал мой. Типа он говорил, что мальчики и девочки похищаются этим монстром. А зачем мы его разломали, монстры? Хлоколама. А чё, как долго? А чё делать-то? Со всеми поздороваться? Или к двери подойти? Дайте к двери подойдем. Там она была закрыта, когда я вышла. Ой!
Блять, нихуя не вижу. Блять, кровать исчезла. К свету, я подойду к свету. Опа, туннель какой-то. Собачка, я спасу тебя. Привет, лебедок. А че он улетел? Ну ладно. Ебать, мне бы сейчас фонарик. Ой, как не помесал бы. Мы стоим внизу, нихера. Ну, типа назад идти. Возможно, красным глазам, потому что я нихера не вижу. Да ты монстр, я не хочу идти к тебе. Сейчас родительская ссора идет. Ой, бляха! Да нет, у меня отъебись ты от меня, крыса ты противная. Escape. Заныкаться надо ходят, а вот под кровать залезть или вон сюда залезть. А заныкаться надо, убежать. Ах ты падла, он не настоящий, блять, мой друг, сука, это монстр, блять, так я и знала, пришел за моей душой. Падла, сука, за детьми охотится, гнида ползучая. Хотя, возможно, тут олицетворение монстра, это как бы мой батя. Но это не точно. Потому что вот он пришел, началась такая засора. Типа, возможно, он у меня сейчас ищет здесь. Либо ты реально монстр, либо батя со мной пришел. Сейчас как-то таким зырым, блять. Ах, это... Ебать, он на кровать залез. В пизду иди. В пизду. Не, назад. Ай. Спи спокойно, типа. Надеюсь, все будет хорошо. Старф. Окей, спокойной ночи, малыш. Че, доволен Бон-Бон, блядь? Он в клетке. В смысле? Ну-ка еще разок. Бон-бон, это маленькая крыска у меня лизать в клетке. И он типа был моим другом. Охуеть, это я ему скармливал торт. Обязала я, видимо, от бати или от кого-то еще, я хера знает. Либо это был просто сон. Тогда было фьючерно, я проснулась. Ну да, вон. Это зырная крыса. Зырная крыса, сидящая в клетке. Офигеть. Спасибо, что поиграли. Не зато. Игра офигенно, мне понравилась. Есть над чем подумать. Тут это зверинец. Ну все, косточки, всем пока, с вами был Крокосплей, если бы была на русском, был бы Вася, заебись. О, и название охуенное дали мне. Конец. Ну все, косточки, всем пока, с вами был Крокосплей, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и писать вот такие комментарии, какие-то будут играть в интересную игру, коротенькие, очень прикольные. На раз сойдет. Все. Вася, люблю, а Вася, целую, пока, косточки.